Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Гарик Талисман ТВ. И у нас сегодня эксклюзивчик. Стали известны суммы, гонорары звезд, сколько же они получают на новогодние праздники, на корпоративы. Кстати, кто не в курсе, сейчас у многих звезд российской эстрады появляются в Инстаграме видео, где они записывают, как проходят съемки на голубых огоньках. Представьте, вот за несколько месяцев до Нового года, кто не знал, вот уже проходят съемки. Итак, стали известны размеры гонораров российских звезд в период новогодних корпоративов. Стоимость услуг исполнителей. Сейчас мы будем перечислять ее снизу доверху. От самых маленьких, в кавычках, до самых больших. За выступление на новогодних корпоративах, например, Владимир Кузьмин, Наташа Королева, это так идет низший эшелон, Тимур Родригес, Стас Костюшкин, Стас Пьеха, вот за одно выступление им придется заплатить около 1,5 миллиона рублей. Далее идут «Руки вверх», «Иванушки», «Артик» и «Асти», «Звери», вот этот вот эшелон. Они уже просят гонорар около 2 миллиона рублей. Следующие это Сергей Лазарев, Дима Билан, Агутин, Люба Успенская, Дмитрий Маликов. И вот этот уровень звезд, эшелон этих звезд запрашивает за свое выступление от 3 до 4 миллионов рублей за один вечер, за одно выступление. В основном выступление идет от 40 минут и там до час 20, час 30. Следующий эшелон: Михаил Шафутинский, Лолита, Владимир Пресняков, Клава Кока, Джонни, Зиверт, Ольга Бузова. Вот они с Моргенштерном, Полиной Гагариной, вот это такая молодежная сейчас прослойка, они где-то просят около 5 миллионов рублей за вечер. Там же София Ротару, Валерий Леонтьев, ну вот такие основные звезды. Но самые дорогие, которые, может быть, захотят, может не захотят, откажут, не откажут. И вот чтобы они вам не отказали, нужно заплатить от 8 до 10 миллионов рублей, если вы хотите их пригласить на свою закрытую вечеринку, корпоратив или какое-то вот такое вот мероприятие новогоднее. И это Григорий Лепс, Светлана Лобода, Би-2, Мумитроль и Земфира, самая главная в этой пятерке. Она иногда даже ее гонорары до 20, а пишут, что и до 40 миллионов рублей за вечер, за новогодний вечер она может попросить до 40 миллионов рублей. Что вы думаете по этому поводу, как вам такие расценочки? Пишите ваше мнение в комментариях, сколько вам нужно трудиться, чтобы заработать 10 миллионов рублей. С вами был канал Гарик Талисман ТВ, подписывайтесь, если вы еще не сделали этого, у нас самые свежие новости из мира шоу-бизнеса. До скорых встреч, пока-пока. Thank you.